Одежда и вещи предоставлена сетью магазинов одежды «Контейнер». Каждое утро рано я встаю со своего дивана. Думаю, что вы поступаете точно так же для того, чтобы посмотреть утреннее шоу «Автопилот», проснуться окончательно и бесповоротно, и, в общем-то, начать этот день с вот такого гордо поднятой головой. Аня Федорова. Сергей Гришнев, я хотел тебя поправить. Каждое утро я встаю рано, чтобы будить голос с экрана. Это точно. Про нас, друзья, приветствую вас на первом круглосуточном саратовском телеканале «Саратов-24». Это утреннее шоу «Автопилот». Мы готовы вас будить буквально, переносно, в двухсмысленном смысле этого слова. Абсолютно. То есть, друзья, от нас не скользнет абсолютно ни один спящий человек. И лишь любовка, да. Если вы думаете, что тысяча подушек вас спасет, нет. Мы те еще копатели сонных людей и найдем вас, где бы вы ни находились. Доброе утро, говорим вам, желаем вам отличного настроения, хорошего утра. Бегом заваривайте чай, кофе, и мы вам расскажем, что сегодня мы будем обсуждать. А мы сегодня будем обсуждать хобби. Возможно, хобби не хобби-то. Это вам заново кратко. Мы сегодня будем обсуждать хобби или, по-русски говоря, ваши увлечения. Да. А чем вы страдаете? Свободное от работы время. Возможно, вы вышиваете. Возможно, вы танцуете, вяжете и так далее. Да, поделитесь с нами своими хобби на СМС-портал 206-302-2424. Спасибо за демонстрацию нашего СМС-портала. Ну и отвечайте на опрос, который мы запустили в социальной сети ВКонтакте. Итак, какое у вас хобби? Рукоделие, танцы, спорт, кулинария, филателистика. Это про марочек, да, история? Ну, или свой вариант оставляйте в комментариях. Не забывайте, что у нас есть еще один пост, в котором мы собираем ваши приветы, поздравления и комментарии относительно сегодняшнего эфира. И, друзья, тему рукоделия было бы странно обсуждать нам в стране вдвоем. Ведь вы наверняка уже заметили, что руки у нас растут совсем не стало места, чтобы быть золотыми. Говори за себя, другой друг. Я и другой друг. И вышиваю, и шью, и готов к себе. И вижу, и шью, и вышиваю. Шью, и вышиваю, это не так, собственно. Вот, там еще дополнение, значит, конечно, белкоручки. Придет сегодня мастер хендмейд, человек, который, в общем-то, сделал карьеру. Лепкой, склейкой, вышиванием, пришиванием и прочим. Ну, да, естественно, гость нам придет во втором часе, потому что не все такие супергерои поступаются так рано, чтобы быть здесь в нашей студии. Друзья, мы стартуем, ждем ваши комментарии и сообщения, и давайте просыпаться уже. Ну что, стартанули? Следующее у нас на очереди что? Что? У нас зарядка от нашего фитнес-инструктора. Да, совсем не обязательно быть хендмейд-мастером, хотя в Саратове сейчас огромное множество. Вы видели, как в каждом торговом комплексе с завидной периодичностью проходят различные ярмарки хендмейд-мастеров. Саратов – город рукодельцев, Друзья, у нашего фитнес-тренера и ручки, и пресс, и ножки вон такие, и сейчас мы вам покажем, с помощью каких упражнений можно добиться идеальной фигуры. Всем доброе утро! С вами я, ваш тренер Татьяна. А это значит, что пришло время зарядки на канале «Саратов 24». Пойдемте все со мной. Сегодня мы работаем с вами на мышцы ног и мышцы верхней части пояса. Для этого мне понадобится слайд. Но вы можете использовать любой кусок ткани, который есть у вас дома и который будет скользить по вашему полу. Итак, берем слайд, кладем его на пол.
своем берегу ставим носок. А ноги на слайд. Обе руки можете держать на бедрах, либо не держаться перед собой. Теперь ногой толкаемся слайд назад. Или тот же руками, который у вас есть, и снова вперед. Без тела на опорной ноге. Легкое касание носком слайда, пола. Толкаете максимально его назад, можете руки оставить на бедрах и возвращаетесь в исходе. Вы очень хорошо должны прочувствовать бедро той ноги, на которой вы стоите. Я сделаю еще два раза. Максимально толкаете назад. Один. Отлично. То же самое меняем. Снова носок ставим. Находим удобное положение. Оставляем руки на бедрах и перед собой. Держим сильные мышцы живота. Плечи раскрыты направленными назад. Толкаемся носком. Ногу назад и возвращаемся. Хорошо, вы должны почувствовать мышцы бедра, мышцы ягодиц. А если у вас вместе с вами будет кусок ткани, то вы еще прекрасно прокроете полку. С выдохом стараемся возвращаться. Сейчас попала ногу, прижата к полу, сделаем два раза. Еще один. Отлично. Расслабьте обе ноги, вы можете сделать небольшой стрейч сразу. Колено направлено в пол, пятка к ягодице, таз вперед и почувствуйте растяжение передней части бедра. Уменьшите. И чтобы вытянуть ягодицу, направьте бедро к себе и снова другой ногу. Переходим ко второму упражнению. Нам снова понадобится слайд, у нас теперь будет два. У вас может быть два кусочка ткани. Опустимся на пол. Я беру слайд. Ставлю ладонь на слайд. Стою на колени и принимаю планку. Стою в этом положении. Теперь с другой руки скользя по полу, вы направляете руку вперед, а другую руку сгибаете и возвращаетесь. То же самое и вернется. Постарайтесь максимально направить таз вперед, рука вперед, вернуться в исходе. Ладонь должна быть четко против плеча, здесь, и вернуться обратно. Продолжаем в этом же темпе с выдохом. Мышцы живота, мышцы рук. Толкаем вперед. И обратно скользите по полу и с выдохом возвращаемся. Почувствуйте, как работают ваши мышцы, были закрыты. Сделаем еще один раз. Отлично, вернемся. Вставайте через любой колен. Снова небольшой стрейч, когда вы движение плечами назад. Прибавим назад ноги 15-30. Смену, руки вверх. Круговое движение плечами назад. Хорошо. На этом наша зарядка завершена. Всем хорошего. А это не стрелица, а это рукодельница. А вот перевел вот так вот какими-то штуками, там ходил, топал. Я подумала, что это возможно, могло стать что-то хобби. Не тирать полы. Не тирать полы. Какой это хобби? Я плачу. Да, я плачу. Я просто кач. Что? Ну, качаюсь, просто кач, да. Друзья, мы решили придумывать различные новые слова. Положили из бокала. Через какое-то время их Друзья, ну а сейчас гороскоп, и это рубрика, из которой вы узнаете будущее. Кстати, тоже нужно знать, что это хобби, ведь кто-то может увлекаться астрологией, расстроением звезд, вот прям не профессионально этим заниматься, как Мария Белат, а вот так, для себя. Ты знаешь, мне кажется, любой математик может со временем стать астрологом, потому что там только четкий математический расчет помогает вам узнать, как та или иная планета влияет на вас. Но сейчас я сделаю гороскоп. Доброе утро, я астропсихолог Мария Белат, и я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на все ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдете свое решение. А теперь о том, что ждет нас сегодня. Ваши деловые или личные отношения могут обновиться именно сегодня.
20 лет. Вопросы здоровья будут требовать вашего внимания. Близнецы. Отличный день для романтической интрижки. Да, ваш пример станет заразительным для остальных. Лев. Непривычно много сил потребует общения с родственниками и друзьями. Дева. Раздавая советы направо и налево, вы можете навлечь на себя гнев недовольных. Весы. Делая выборы, принимая решения, помните о том, что вам лучше не спешить сегодня. Ваше стремление к уединению сегодня возрастет, и это нужно использовать как короткую передышку. Стрелец. Ваша серьезность и ответственность будет замечена и оценена руководством. Козерог. Сосредоточьтесь на уже начатом и не начинайте нового. Водолей. Вы будете вести на подъем и способны сорваться с насиженного места. Если это входит в ваши планы, то действуйте. Рыбы. Будьте честны с оценкой своих сил и возможностей. А сегодняшний вопрос, на который я отвечу, будет о курении. Мария, мне нужен ваш совет. Мой муж постоянно меня критикует и пытается всячески поддевать. Любит это делать публично, и я не могу понять его. Я его не устраиваю или любовница завелась. Ирина, вы не указали данное рождение вашего мужа, поэтому смогу сказать только о вас. А тайна любовницы пока останется без ответа. В вашей карте рождения есть неаспективная планета, а не указывает на неустойчивость вашей самооценки. Вас всегда будет раскачивать по этой цели в течение жизни, и поддержки вашего мужа только способствует этому. Воспринимайте критику как возможность для улучшения. Ваша сильная сторона – это способность выслушать человека. Используйте это в общении с вашим мужем и постарайтесь не реагировать так близко. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите мне место, дату и время вашего рождения, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Ну что? Что? Переверяем, что приготовили нам звезды, у тебя обновление будет какое-то. А я готовлю. А у тебя, если ты ничего не начинаешь, ты не начинаешь. А я начинаю. Я могу выиграть. Я сегодня начинаю, а и не буду начинать совсем ничего. Но вот реклама, независимо от гороскопа, должна быть обязательно начаться на 15 минут. Спасибо, друзья. Гарри Кришна, Гарри Рамос. Смотрим, где у нас реклама. И снова доброе утро. Желаю вам хорошего начала этого дня. Сегодня вторник. И лично по моим внутренним ощущениям, пятница уже где-то не за горами. Буквально из-за спины меня подглядывает. Мне кажется, что... У тебя зовут Аня Федорова? А тебя зовут Сергей Гришнев. Мне не кажется, что на самом деле так зовут. Может быть, это мой стилистик мистер Кутеш. Мистер Кутеш? Но сегодня вот мистер Нудеш встретит меня в офисе, а потом мы с мистером Кутежом отправимся в стилистик, что есть. И это будешь ты. Я надеюсь, что это будет Это будут российские страховщики, потому что сегодня, 6 октября, отмечается День российского страховщика. Поздравляем всех страховщиков, это вы стоите с одной спиной, и страховки я все оплатил полностью. В порядке, пойдемте на сеть. Ой, конечно, регулятор показывает страховку, правда, сначала показывает старый, потом говорит, вариант, то есть просто мог бы, и достаю, но, да, у меня очень смешная история. А я вот думала, что ты будешь отмечать сегодняшний день по плане мистера Патежа и Андрея, Антона, Антонина, Ивана, Иннокентия, Петра и Алексея. А еще Бруно. Бруно? Да, Бруно, так зовут человека, да, у которого сегодня тоже именина. Ты хотел, чтобы тебя звали Бруно? Не, меня вполне устраивает Аня Федорова. А, не Федорова. Привычный. Привычный. Бруно, я вообще не могу только есть по-моему, конечно. Да. Смешно, да? Да. Друзья, ну что ж, сейчас те памятных дат, которые пришли на сегодняшний день, что там вообще? Сегодня, в 1805 году, первый русский воздухоплаватель Кашинский совершил полет на Аэростате над Москвой. Это вообще занимательная дата. Москва, Аэростат, полет, первый полет. Все можно поставить, все любые слова поставить под эту дату, и будет замечательно. А еще, кстати, вот это вот касается всех инстаграмщиков.
активно пользуюсь этой социальной сети. Ровно 5 лет назад Свет увидел приложение Инстаграм. Я советую, что не делать сегодня селфи. Да ты знаешь, да, ты на самом деле сразу мысль, когда включается день Инстаграм. А почему? Вот потому что запустили его сначала на одной платформе, потом запустили на другой платформе, потом запустили на третьей платформе. Я андроидчик. То есть через год увидел Свет в конце Инстаграма. И первый лайк. Первый лайк и первый коммент увидел. Ну а, друзья, не забывайте, что в Инстаграме есть и страничка Саратов24. Она так называется. Саратов24 ТВ. Обязательно подписывайтесь на нас. И смотрите, пожалуйста, за нашей закадровой жизнью, которая царит и не будет. Ого-го, и гей-гей-гей. Знаешь, что одно, да? То есть в 1927 году началась эра звукового кино. И вышел первый фильм со звуками, который назывался «Перед из джаза». И сыграл главную роль в нем харизматичный Элвис Джонсон. Кино ты вообще не можешь прожить. Не могу. Не хочу, точно. Друзья, переходим к приметам. Итак, по народным приметам. Сегодня Ираидин день. И на Ираидин день пекли на лягушку. Если вы подумаете, что это что-нибудь с градусами, то вы очень сильно ошибаетесь. Потому что... Да. Я знаю. Откуда? Я знаю, потому что готовить какие-то ладно. Итак, лягушка, из чего она состояла? Значит, толкли картофель в пюре, превращали его, сдабривали яйцом и молоком, наливали на ржину лепешку, картошку, а по краям лепешки чуть-чуть заворачивали. Это лягушка и пища, дорогие мужчины. А это был киш. Киш? Ну, то есть, похоже. Киш, хорошо, что они... Мышь. В общем, друзья, сегодня день полный новых открытий, там есть полеты различные, именины у Бруно, лепешка с картошкой и масса других приятностей. И мы, в общем, тоже будем удивлять сейчас различными приятными вещами. Так что никуда не переключайтесь, поздравляем вновь российских страховщиков и движемся дальше. Мы движемся дальше. Семейными шагами просто подходим, так сказать, к моему небольшому хобби, как ты уже заметил, сегодня просто же фильм. Слушайте, пожалуйста. Фильм, кинофильмы, которые ты хотел бы посмотреть, доходят до 40 кинотеатров. Ну, кстати, вот хочу сказать, что я очень хотела посмотреть фильм «Армиана», мы попали в Доме кино или еще в одном кинотеатре. Вот в Доме кино там были очень странные сеансы, встречка дня, будний день. Как я могу пойти? Я же работаю. А сегодня пойдет речь о фильме, который называется «Рики и Флэш». И, кстати, вот почему его нужно посмотреть? Потому что сценаристка этого фильма получила Оскар за свой первый сценарий, который назывался «Джула». Вот почему нужно смотреть. Много Оскаров. Она была номинирована и пусть выбирала. Давай мы не будем обсуждать, okay. Сейчас мы просто посмотрим кинообзор. Доброе утро. Перейду сразу к делу. В середине сентября в прокат выходит фильм «Рики и Флэш» с Мэрил Стрит в главной роли, пропустить который будет самым настоящим преступлением против кинематографа. И сейчас вы поймете почему. Во-первых, 66-летняя Мэрил Стрит была номинирована на «Оскар» 16 раз. Три номинации закончили для актрисы золотой статуэтки. Последнюю, кстати, она получила за роль Маргарет Тэтчер в фильме «Железная леди». Во-вторых, сценарий «Рики и Флэш» написала Диабло Коуди. Среди работ ироничной сценаристки есть такие фильмы, как «Джуна», «Тело Дженнифер» и «Бедная богатая девочка». «Джуна», выпущенная в 2007 году, получил
просто за лучший сценарий. Думаю, этих причин уже достаточно, чтобы отправиться в кино. Или, кстати, можно посмотреть в кинотеатре «Синема 5». Может, скажешь правду, Леша? Скажи, Маша, что не хочешь ее видеть на вашем сайте? Сюжет этой картины рассказывает об экстравагантной творческой личности, которая неожиданно возвращается в дом к своему бывшему мужу спустя много лет жизни вдали от него и детей. Экстравагантную творческую личность зовут Рики. По вечерам она выступает в группе, всем участникам которой за 60. У солистки кожаные штаны, крашеные волосы и роман с гитаристом. Но есть и другая Рики, а точнее Линда. Она работает кассиршей в супермаркете. Едва сводит концы с концами. 25 лет назад в поисках славы она сбежала от своего мужа и трех детей. Дети выросли, завели свои семьи. Но от дочери Линды уходит муж. И теперь несостоявшийся рок-звезда едет в Индианаполис ее утешать. Прототипом главной героини фильма стала реальная мачеха Диабло Коди, которая в течение многих лет исполняла песни в стиле рок-н-ролл. При бюджете 18 миллионов долларов за время мирового проката Рики Флэш собрал более 35. А рейтинг кинокритиков, согласно сайту Кинопоиск, составляет 64% из 100 возможных, что само по себе неплохой показатель. На этом мой кинообзор подошел к концу. Про Рики Флэш рассказывала вам я, Аня Федорова. Увидимся с вами в следующей кинорубрике. Хорошего дня! Друзья, ну как вы понимаете, Аню Федорову мы уже пристроили. Была она у нас сначала ведущей рубрики «Кинообзор», а теперь она у нас ведущая утреннего шоу «Обзор». Да, не знаю, ну да. Давайте-ка, да. Ну, все же приятно. Запомните, конечно, приятно. Люблю, когда мне животные становятся. А вас зовут? Энни Бэр. Так, давай приступим к ее паспорту. Давай. Животные, которых нет дома, они не ждут. Итак, пристраиваются в добрые руки замечательные ребятишки. И один мальчишка. И месяц они уезжают в натуральную пищу, обработанную от паразитов. И, как сообщает человек, который их пристраивает, они вырастут не выше колена. Они толстые лапки. Вот вам. Это мне кажется, он будет шумок не очень большой, собака с ним вырастет не очень большая, очень удобно будет выглядеть квартиру, например. Можно сделать я одну по квартире. Версия? Ну, провожай, все. Я все регистрирую брать сегодня. Подвое. Подвое. И чтобы у вас наконец-то закончилось свободное время, и на хобби не осталось ни секундочки. А, друзья, ну, в общем, на самом деле, если вы хотите, чтобы один из пинков нами выше анонсированный и показанный, стал частью вашей тени, то 60-20-44, 6 заветных цифр, по которым вам необходимо позвонить, для того, чтобы девчонки отправились к вам домой, заняли свое место, и вы начали воспитывать и приучать. Друзья, сообщество «Голос Пастората» поможет вам обрести друга, поможет вам обрести члена семьи. И я здесь буду больше. Самое возможное, что у вас семьячки любят. Ну что, когда вы заведете домой щеночку или собачку, жизнь в вашей семье веселее. Пока вы этого не сделали, можно посмотреть анекдот от наших друзей на фонке, а захотать все утро. Да, Паша Рыжков и Наташа Ростова травят анекдоты каждое утро в утро ночного стадиона, а потом на радиостанции «Юмор ФМ». Смотрим анекдот. Замечательного утреннего настроения желаем мы вам, а мы это Наташа Ростова и я, Павел Лужников, ведущий «Юмор ФМ Саратов». Паш, продолжи, пожалуйста, фразу «Кто рано встает?» Тот ведет автопилот специально для ведущих утреннего шоу и для всех зрителей свеженький, горяченький, отличненький анекдотик. Я подойду к тебе с цветами. Ну, здравствуй, цвет моих очей. И ты мне тихо скажешь, мальчик, ты чей? Игриво вам настроение и интересные осени. Ну, а с вами мы встретимся где? На следующей степи. И Марис, ты рано встает, вот в 10 устанет. Это не про нас, друзья. Мы неустанно готовы работать для вас. Неустанно готовы. Денно и ночно готовы будить вас, даже ночью. Да, вы сняли ночью, а тут некоторые мысли с
А ты пила бы пришли к вам для того, чтобы родили. Да, друзья, сейчас не засыпайте ни на секунду. Прервемся на небольшую рекламу и сразу же после рекламы вернемся к вам. И снова доброе утро. Рады приветствовать всех тех, кто к нам только что присоединился, и тех, кто с нами на протяжении всего этого утра. Вы смотрите шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24», и этим утром нашими сонными глазами мы пытаемся вам передать весь наш позитив и все наши эмоции. Ну и, естественно, вычисляем тех, кто уже проснулся, и начнем им лапу, и, в общем-то, следим за вами, чтобы вы как можно скорее проснулись. Мы вот так вот лапой своей. Давай вставай, дорогой друг, давай вставай быстрее, скоро пойдешь на работу. Включай телевизор, успеть в туалете поцелуй. Мистер, найдешь, будешь. А не все, первое. Меня зовут Сергей Гришнев. Рады приветствовать вас в таких друзьях. Этим утром для них. Хотя, может, не следить, но всегда должно быть, что сказать. Ну, может быть, мы говорили что-то, что я не хочу. Ой, ну, допустим, допустим. А, друзья, ну, я напомню, что в социальной сети ВКонтакте мы запустим целых два постика, в которых хотим с вами пообщаться. В одном вы передаете привет, а во втором? А во втором вы голосуете. Тема нашего сегодняшнего выпуска – это ваше увлечение, ваше хобби, поэтому ВКонтакте мы спрашиваем, чем вы любите заниматься. Там есть такие варианты ответов, как рукоделие, танцы, спорт, кулинария, спиритомистика, ну или свой вариант. И, друзья, я хочу расширить немножечко тему вашего хобби. Напишите о своем хобби, ну, например, вы занимаетесь танцами. Они же в комментариях отметьте, что танцами в Саратове заниматься очень просто, например. Да, потому что есть очень много танцевальных классов. И если вы занимаетесь рукоделием, то напишите, как обстоит в нашем городе ситуация с вашим хобби. Если у вас конкуренты, если с кем соревноваться, и достаточно для вас магазинов, где тогда все это ситуация. Что за конкуренты могут быть? Моя бабушка вяжет дорику, лицевыми в минуту, а я всего что такое сторитков лицевыми в минуту? А их вот вязание на спице. Да? Если бы ты вязал, ты бы смог побежать со мной. Если бы я вязал, у меня были бы связаны руки еще, не стерегли, потому что вот это вот, как знаешь, эту картинку, что с тобой? А там человек весь серьезно. Я дотронулся до наушников. Вот со мной происходит примерно то же самое. Но все равно, друзья, очень интересно, знаете, как обстоят дела с вашим хобби в нашем городе, если у вас клубы по интересам. Встречаетесь ли вы с, не знаю, какими-нибудь паркурщиками или мастерами гастрономического дела, с кулинарами? Знаешь, я что хочу заметить? Если, например, у вас по счастливой случайности нет ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме, то есть у вас нет страницы, то счастливый человек, у кого есть социальных сетях, на самом деле, это так. Вот пишите нам на СМС-портал. Да, 906-302-24-24, друзья, пишите нам сюда СМС-сообщение, а также не забывайте, что этот номер вам пригодится для того, чтобы принять участие в нашем розыгрыше, который мы сегодня запустим. Пару сообщений из контакта прочитаю относительно приветов. Марина пишет, самое неприятное, когда тебе нужно вставать на работу, ну а твои домашние все еще сладко дрыхнут. Это нечестно. Вставайте, говорит Марина. Вот вы знаете, как ненавижу их разбудить. Я знаю, как это делать. Выходите и топите. А вот кривозите, кривозите. Вот ни одной же тебе не стоит. Марина, ну что делать, что все равно. Хотя как можно здесь делать? Анечка, вставай. Он увлекся, чтобы я вставал, и ты прям сразу вставал? Да, вставал. А мне тоже я в школу вообще не ненавидел стараться. Я вообще до сих пор не люблю вставать. Давай мы вот послушаем историю вставания попозже, я же тебе считаю, что еще не говорили. Хорошо. Да, еще один комментарий в ответ Марине написала Элита. Марина, наоборот, пускай дрыхнет свои домашние вещи, кто-то достанет себе. Вам ее никто стучать не будет. Всем лежит боком привет. Спасибо, что вы спите долго, потому что мы становимся с утра. Ну и, друзья, нам на СМС-портал пришло сообщение относительно вашего хобби. А Максим пишет, что я занимаюсь на турниках, и в Саратове это довольно-таки распространенная история. Собираемся с друзьями постоянно на театральной и на набережной, и тренируемся там. Максим, большой привет. Да, большое спасибо, что вы занимаетесь спортом, и что вы спортивный подтянутый, если не это. Да.
Кристоф Максим. Нет, я завидую немного Максиму, потому что мне, во-первых, до пяти раз не надо, чтобы далеко ехать, а во-вторых, ну, надо все еще остаться. Да. А я знаешь, кому завидую? Нет. А я вот очень завидую, а я вот А потому что их сенсорность стимулирует. Она ведь греет просто от того, каждое утро мы с тобой сидим, и тебе не видео там, да? Нет, само собой, но я останусь посмотреть. Я хочу посмотреть, поэтому хочу поговорить на Алину Ковалеву. Алина, запускайте Алину! Доброе утро, дорогие телезрители. С вами рубрика «Стильные люди». Я ее ведущая, стилист и медмейкер Ковалева Алина. Сегодня у меня в гостях человек с достаточно необычной профессией для Саратова. Фуд фотограф и фуд-стилист Катя Дерожинская. Катя, привет, привет, Алина. Катя, расскажи, что это за такая новая профессия у нас в Саратове, как фотограф и стилист еды. Вот я вижу, что принесла с тобой журналы. Может, ты покажешь зрителям нашим, чтобы они имели представление о том, чем еще можно заниматься, помимо обычной работы. Ты, стилизуешь еду, оформляешь ее так, чтобы она выглядела более аппетитно. Да, я стилизую еду, фотографирую ее, чтобы она выглядела очень симпатично, аппетитно, чтобы, глядя на эту фотографию, я хотела сравнить. Нет, сразу, чтобы все просто аппетит. А где ты берешь вот эти всякие там салфеточки красивые, деревяшечки, корицу? Это все в каких-то специализированных магазинах продается? Ну, в основном, да, но я, как правило, заказываю через интернет-магазин, потому что раку достаточно трудно найти какие-то какие-то интересные декоры, бесколодные приборы, поэтому я иногда бываю на скреты, и закупаю там, например, зарплом, там какие-то магазинчики, либо через интернет откупаю, через специализированные. Ну, то есть, это такая актуальная профессия, сложнее сфотографировать еду, нежели, чем обычных людей. Ну, обычных людей я не сфотографирую, хотя случается такое, что мне приходится делать там портреты, то есть, если снимаю еду, портрет, то, например, человека, то, что он просто варит. Вот, но я не могу сказать, что это как-то сложнее или нет, но мне больше нравится фотографировать еду, я так не представляю себя как фотографа, который вот снимает идею, свадьбу, там, репортажи, семейные еда. Ну, сегодня у нас рубрика про одежду и про свой внешний вид, и мне бы вот хотелось спросить у тебя, вот у тебя короткая стрижка. Мне очень нравится короткая стрижка на девушках, но, тем не менее, многие девушки все равно нацелены на то, чтобы отращивать длинные волосы. Вот расскажи о своем сегодняшнем луке, о своем образе, как ты к нему пришла и как ты себя там выражаешь через меня. Я вообще на протяжении всей своей жизни экспериментирую, то есть начиная там с 10-го, скажем, класса, я крашу волосы, я их стригу, то есть буквально, наверное, 3 года назад я решила себе короткую стрижку, у меня была совсем прям короткая стрижка по мальчику, я была блондинкой, вот, мне очень нравится короткие стрижки на девушках, мне кажется, это выглядит очень ярко, динамично, да, ну и как-то вот, я не могу ходить в одном образе, поэтому вот сейчас теперь я просила немножко снять эти волосы, хочу мне мне очень нравится, что я сделала закраску, я не знаю, я приглянулась, так сказать, и немножко решила сделать такую, ну, попросить очень быстро. Да, мне очень нравится больше всего мыльский в одежде, но у меня как бы достаточно тренировки, я постараюсь. Понятно. Мне очень понравились твои брови, мне нравится такая мужская обувь, она придает вроде бы такой женский слой, но немножко брутальный. Пока Катя готовит две определенные вещи, которые я должен принести каждый день в нашу программу, я расскажу вам о последних модных новостях. Благотворительный сайт Charity Bus объявил о новой компании, благодаря которой, заплатив 25 тысяч долларов, можно будет встретиться с иконной моды Анной Винтер. Каждый комплект не ограничивается только встречи с главным редактором Vogue. Также счастливчику предоставится возможность посетить офисы журнала, побывать на модных фотосессиях, сделать совместные фотографии с Анной и посидеть вместе с ней на первых рядах самых модных показов. Так что, дорогие друзья, если вам не жалко 25 тысяч долларов, вы можете легко потратить на встречу с главным редактором Vogue. А пока Катя переоделась, у нас есть такой достаточно вечерний образ. Катя, пиши, почему ты от такого официального стиля вдруг решила переодеться в такой более классический вариант? Ну, как я уже говорила, мне очень нравятся классические вещи, поэтому я выбрала класс, мне очень нравится, как она на мне сидит, потому что это достаточно комфортная длина у меня, я считаю, что в таком платье можно пойти, в принципе, оно такое на все случаи в жизни, можно там на вечеринку отправиться, туда-то в офис,
Вот, ну, вот именно вот этот галактический выгон, что мне нравится в классическом интернете, хотя в повседневной жизни я часто ношу его сапожки, потому что очень много мне приходится передвигаться, а в этом, конечно, с такой обуви просто неудобно, и комфортно, это невозможно. Ну, а маленькое черное платье, если будет предложение с овергером. Ну, а теперь хотелось бы спросить у Кати, какой это совет для каждого дня. Кать, что ты можешь посоветовать нашим телезрителям? Я желаю просыпаться каждое утро с прекрасным настроением, радоваться жизни, искать для себя что-то новое, делать какие-то новые открытия, быть творческими и жизнерадостными. Отлично. Я так и смотрела, Катя, фотографии, что мне хотелось позавтракать, чего вам желаю. И с добрым утром, дорогие телезрители. С вами была я, Челюсть Алина Ковалева и Катя Дерожинская. Всем пока. Пока. Ну что, вы теперь знаете, как фотографировать еду, которую вы приготовили. То есть не только вкусно, но еще и красиво. Жалко, что гости, хоть фотограф Алина Ковалева, не принесла с тобой такие вещи. А я вот за то, чтобы нам как Леонид Аркадьевич. Что? Принесли спиртом какой-нибудь. А и приодеться можно. Ну, почему бы нет. Друзья, ну пока мы для вас становимся гостями Леонида Аркадьевича и дарим подарки вам, нашим дорогим телезрителям. И сегодня утро не исключение. Вы можете получить пригласительные билеты в Light Gallery. Дай пожалуйста, билеты. В Light Gallery, которая открылась на бульваре Росшо в городе Эндесе. И там вы можете что, Анечка? Там можно посмотреть, например, а можно иметь так вот на тарелке. А можно с подкладочкой, а можно переезжать. А может быть корона. А может быть собака. А может быть ворона, что да. Тоже ничего. Да. Друзья, на самом деле мы хотим задать вам примитивный, самый простой, самый обыкновенный вопрос, на который вам необходимо будет ответить, седьмым по счету. 96-32-24-24, там сейчас номер телефона нашего СМС-портала. Итак, внимание, вопрос. Ну, сейчас, просто секунду. Я напомню, что седьмой 5-6-7, который ответит правильно на этот вопрос, получит два пригласительных билета в Light Gallery, которые открыты на бульваре в городе Эмбурге. Итак, внимание, вопрос. Вопрос сегодня самый простой, и на него может ответить вообще любой. Какая рыба изображена на первом ресторатору? Даже Костя может ответить на этот вопрос, но у Кости нет телефона, нет смс-портала нашего, не знаю, как это правительство на сообщение. Вы же не любого кота или вы Кости, пишите нам скорее сообщение, и если вы можете правильно решить ответ, получите пригласительные билеты. Это лайк, сделай итоги, как в следующем часе. Друзья, так что интервью, пишите нам скорее смс-сообщение. Если вы еще спите, то мы это исправим. Меня зовут Сергей Гришнев. Меня зовут Аня Федорова. И я отвечаю за комфортное и мягкое пробуждение вашего рейтинга. Аня Федорова, это практически как Ice Bucking Challenge. Ну, то есть ведро с холодной водой. Как вы включаете ваш телевизор, видите Аня Федорова, сразу понимаете, нужно встать, нужно быстрее проснуться и смотреть. Очень странно, какие комплименты есть, кто не делает. Ну, очень хорошо. Не думаю, что да. А, мистер, комплимент пришел к тебе. Комплимент пришел, а сейчас он пришел. Трешка, да? Зачем? А чтобы рассказать, что интересного? Да. Чтобы рассказать, что интересного будет показано сегодня в нашем канале. Друзья, впереди анонс телепрограмм, сериалов, шоу, всего-всего того, что вам сегодня предстоит увидеть на телеканале «Саратов 24». Поэтому, если вы решили провести день сегодня дома, проведите его в хорошей, приятной компании. Начните утро с автопилотов, ну а потом переходите на все остальные фильмы, сериалы, которые идут на нашем телеканале. Не забывайте, что мы показываем новости каждый час, поэтому оставайтесь дома, вы будете в курсе всего происходящего в стране, в мире и, конечно же, в нашей области. Доброе утро, дорогие телезрители! Казалось бы, член вторник отличается от других дней недели. Я вам отмечу, во вторник на телеканале «Саратов-24» столько всего интересного, что нужно будет целый день смотреть телевизор, не отрываясь. А впрочем, что в этом плохого? Меня зовут Сергей Сазанов, и сейчас я расскажу вам, что ждет на нашем телеканале сегодня. Пушкин? Нет. Лермонтов? Нет.
воскресеньем? Да. В 12:00 на телеэкранах вы увидите российский мультфильм художественный телефильм «Есенин». Это повествование о смерти великого поэта Сергея Есенина. По крайней мере, об одной из версий. Что привело к таким трагическим последствиям? Что предшествовало? Об этом расскажет сам поэт, а точнее Сергей Безруков в роли Сергея Есенина. Всего в сериале 11 серий, каждый из которых приближает вас к разгадке тайны. Как и почему поэт свел что-то жизнью? Смотрите ответ на этот вопрос в 12:00 на телеканале «Саратов 24». Просьба «Подари мне воскресенье» во вторник звучит достаточно комично, но уж больно правдоподобно. Поэтому сегодня в 17:00 вы сможете посмотреть на бестселлерный фильм, который так и называется «Подари мне воскресенье». Молодой столичный врач Андрей оказывается в маленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. Она, казалось бы, ждала его одного уже долгие годы, но эти чувства, к сожалению, были не совсем взаимны. Андрей поспорил со своим другом, что ему удастся любить себя бедную Лизу. Кто останется победителем в такой сложной ситуации, смотрите на нашем телеканале в 17:00. Вечер – самое прекрасное время для хороших фильмов. На нашем телеканале в 21:00 начинается художественная кинолента под названием «Ожерелье». Марина – красивая, талантливая профессорская дочь, которая не живет, а скорее существует. После смерти отца она все силы кинула на то, чтобы помочь своему женатому возлюбленному продвинуться по службе. В ответ она, как это часто бывает, ничего не получила. Вся ее жизнь состоит из пустых обещаний, которыми Марина кормит любовник. Сможет ли девушка обуздать свою жизнь, смотрите на нашем телеканале в 21:00. После просмотра фильма «Ожерелье» на часах будет ближе к полуночи, а это значит, что пора спать, чтобы завтра быть бодрым и полным сил. Поэтому приятного дня и интересного вам вечера. Встретимся завтра на этом же месте в это же время. Только не теряйте, пожалуйста, пульт от телевизора. Ну что, теперь вы знаете, что смотреть на нашем канале, я думаю, что этот вечер пройдет незабываемым. А что это вечер один? День забываемый, что ли, пройдет? День незабываемый, но многие люди все-таки работают. Многие люди все-таки страдают расстройством памяти, могут забыть день. А вечер не забудут пройти. Вечер обычно не забывают. Но вот есть еще кое-что незабываемое у Ани Федоровой. Это ее новость, которую она подготовила к сегодняшнему эфиру и к сегодняшнему утру, друзья. Так что не отрываясь, смотрите. На крупный план Ани Федоровой сейчас будет сеанс вещания. Сеанс вещания, который с телекрана, да. Позитивная новость касается нового рекорда в книге рекордов Гиннесса. Итак, его поставил житель Индии, Шридхар Чулан. Он попал в книгу рекордов Гиннесса как человек с самыми длинными в мире ногтями. Слепая модница, которая окрашивает, делает себе маникюр. За 1200, да, дороже. Она ему завидует. Но у него, чтобы вырастить ногти... Нет, она ему не завидует. Почему? Я тебе объясню. А потому что, длиннее ногти, больше лака. Больше лака. Ой, а у него такие ногти, что там одного кончика не хватит. Мужчина не стрит ногти на левой руке, только на левой, то есть правая была свободна. С 1952 года. Общая длина роговых пластинок составила 909,6 сантиметров. Представляешь? Нет. 909,6 сантиметров. Ну, то есть его не так хочет. 90 сантиметров. Понятно, что ли? 99,6 сантиметров. Давай мы не будем вот сейчас упражняться на делать. И ты ошибешься, а я тем более. По словам мужчины, ногти с нетрубки, поэтому ему всегда приходится быть очень осторожным. То есть своей жене на кухне, ваша проблема, в принципе, не показывает. А я, знаешь, вы не привлекаю человека, который с таким маникюром к кухонным делам. Да, такая ремарочка маленькая. Вот мужчина этот, рекордсмен новый, он жалуется, потому что ему приходится каждые полчаса просыпаться, чтобы шевелить рукой. Затекает рука, ногти тяжелые, представляешь? Я вообще не понимаю, зачем люди идут на такие рекорды? Зачем им это? А вот у него есть один, у кого больше нет. И что? Ну, не знаю, я бы не стала. Я не знаю. Вырвало? Шучу, друзья, но, в общем, рекорды могут быть самыми разными, могут быть абсолютно безумными, могут быть абсолютно, ну, на мой взгляд, ненужными, а могут быть очень непонятные рекорды, правда? Не повторяйте. Не повторяйте. Не надо переплевывать. Выполнены профессионалы. Не повторяйте.
Ну что ж, если вы сейчас думаете, какой бы рекорд вам поставить, то я предлагаю вам заняться самообразованием. И пускай вашим рекордом будет рекорд по уровню IQ. Да. У меня вот IQ, как у хлебушка, мне иногда кажется, потому что не совсем я понимаю выражения некоторых. У хлебушка нет IQ. Ой, да ты просто чай, у тебя IQ, как у печеньки. Друзья, ну, в общем, сейчас Мария Лидина расскажет вам о значении одного из афоризмов, и пускай это будет вклад в вашу копеечку драгоценнейших знаний. Давайте смотреть рубрику афоризма, образовывается на месте с Марией. Доброе утро! С вами Марина Лидина и рубрика «Афоризмы», где я рассказываю о фразеологизмах, идиомах и крылатых выражениях, откуда они произошли и что означают. Очень много выражений попадает в нашу речь из художественной литературы. Наверняка многие из вас читали произведение о народе Бальзака «Шагреневая кожа». Из этого романа вышел фразеологизм «Где масса, как шагреневая кожа». Как говорят, когда хотят подчеркнуть преуменьшение чего-либо. Приведу вам пример заголовок одной статьи. Ледовый покров арктического бассейна сжимается, как шагреневая кожа, то есть необратимо сокращается в размерах. Если вы не знакомы с романом французского писателя, то у вас возникнет справедливый вопрос. Что такое шагрень и почему она сжимается? Начну по порядку. Шагрень – это разновидность недубленной кожи с неровной поверхностью. Первоначально так называли ослиную шкуру, использовавшуюся благодаря неровностям поверхности для полирования. Сейчас шагреневой называют мягкую шероховатую кожу, выделанную из кожи, бараньей и других шкур. Что же касается вышеупомянутого романа, там кусок шагреневой кожи выступает как волшебный талисман. Сюжет разворачивается во Франции. Молодой человек по имени Рафаэль, как и многие, мечтает о славе и богатстве, но ни того, ни другого у него нет. Последней каплей становится игра в карты. Рафаэль проигрывает последнюю золотую монету и решает покончить жизнь самоубийством. Волей судьбы, прежде чем совершить безрассудный поступок, он попадает в ласку древности. Старый продавец пообщался с молодым человеком, предлагает ему свою помощь. Старик протягивает Рафаэлю кусок шагреневой кожи, на которой стоит печать и надпись предупреждения. «Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне, как угодно Богу. Желай, и желания твои будут исполнены. Однако, соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь. При каждом желании я буду убывать словно дни твои. Хочешь владеть мною? Бери. Бог тебя услышит, да будет так». Однако молодой человек несерьезно относится к предупреждению, и тем самым подписал себе смертный приговор. Слишком много было словах Рафаэля «хочу» и «желаю». Все тут же сбывалось, а шагреневая кожа при этом сжималась все сильнее. Когда главный герой почувствовал приближение смерти, было уже поздно. Так ничего повернуть было нельзя. Это произведение как нельзя лучше показывает, что нужно соразмерять свои возможности со своими желаниями. А фразеологизм «сжиматься как шагреневая кожа» остается для нас напоминанием, что запущенные процессы чаще всего остановить нельзя. И если что-то в вашей жизни стремительно убывает, задумайтесь. Быть может, вы посылаете Вселенной слишком много своих желаний? С вами была Марина Игна. До свидания. Вот, друзья, теперь копилочка ваших полезных знаний стала еще немножечко больше. И будьте уверены, что вот именно таким рекордом не стоит гордиться. Что там вот новости, они по поводу каких-то там отрощенных ночей самых длинных в мире книги рекордов Гиннесса. Вот когда вы скажете о том, что вы знаете больше всего о паризмах на свете, тогда вы будете достойны попасть как раз в книгу рекордов Гиннесса. Почему? Я соревноваюсь. Стоп. Почему мы с тобой должны это проверять? Комитет Гиннесса, который должен будет понять, кому принадлежит титул самого эрудированного человека. А вот скажи мне, кому принадлежит титул самого комментированного поставленного? Ну, я тебе могу сказать, что тема хобби буквально смысле захватила наших телезрителей. Во-первых, они продолжают голосовать в нашей группе социальной сети ВКонтакте. И пока, на самом деле, свой вариант ответа занимает лидирующие позиции в нашем рейтинге. 42,9% наших телезрителей сказали, что ни один из предложенных вариантов к ним не подходит и предложили свои. Например, Марина написала, что она коллекционирует сны. Екатерина сказала, что собирает монеты. Ангелина говорит, что играет в ночные автоподвесты. А Илья за это сказал, что он разбивает синаптические связи нейронов мозга. Одним словом, шикарно.
читает, ты говоришь, вот, Аня, вот, понимаешь? Вот претенденты, которые попадут в книгу рекордов Гиннесса. Наши с тобой земляки, саратовцы, наши с тобой любимые и родные люди читают, собирают монеты, все что угодно делают для того, чтобы стать настоящими героями. Знаешь, что я хочу сказать? Пока у нас будет реклама, потом и новости, мы с тобой придумаем себе ход. Мы не можем У меня тоже есть много подумать. Я буду пробовать. Друзья, вернемся к вам в следующем части. Никуда не переключайтесь. Вас ждет гость. Доброе утро, Саратов! Это утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Рады приветствовать всех тех, кто уже проснулся и готов вместе с нами встречать этот день с распростертыми объятиями. Меня зовут Сергей Кришнов. Меня зовут Аня Федорова. Мы начинаем наш вот второй час нашего прямого эфира. Напоминаем вам, что это прямом эфире. Сейчас к нам в студию пришел гость. Точнее, гости. Да, мы не... Как это стоит? Здесь первый час. Мы анонсировали гостью, которая должна у нас появиться. Это Кристина. Кристина, доброе утро. Доброе утро. Рада встретить вас в нашей студии. Кристина профессионально занимается украшениями. Она, в смысле, хендмейд мастер и своими руками может сделать настоящее золото, может сделать настоящие украшения, которые будут радовать вас каждый день. Кстати, некоторые украшения мы уже разобрали в нашем эфире. А теперь самое время вам, дорогие зрители, которые сюда попадают увидеть мастера да, и познакомиться лично. Напомню, что если у вас есть вопросы, вы можете писать их к нам на СМС-портале 26-302-24-24, ну или писать нам комментарии в социальной сети ВКонтакте, в специальном посте, который посвящен вашим комментариям, приветам и, конечно же, вопросам. У нас тема эфир сегодня как раз таки холод. Какой холод есть у вас, не столько времени вы не посвящаете, можно заниматься этим ходом в нашем городе. Вот сейчас наступите вопросы, она надеется Кристина. Кристина, когда вы начали заниматься украшениями? Украшениями я начала заниматься очень давно, 5 лет назад. У меня были как-то так периодами, начала я с полимерной глины, а пригодила тогда за фильмы глиновые, это было так модно и популярно, я решила попробовать, и где-то 2 года я позанималась всем этим. Буквально на 2 года забросила, и год назад решила возрождать это уже дело, но уже другим материалом. То есть полимерной глины вы сейчас не работаете? Сейчас нет. Глины покончили. Глины покончили, да. Раньше был дым, но как раз на фильмы глины, да, на пластик. Потом стало модно делать браслеты из камней. Вот что сейчас в тренде среди рукоделия? Сейчас по-прежнему браслеты из камней, но я стараюсь не только браслеты делать из камней, но и другие украшения, добавлять их всякие кулоны, серьги и прочее. Здравствуйте, а как же вот это всеобщение по поводу украшений из резиночек? Мне кажется, это такая волна недолговечная. Это как-то более детское увлечение. А вам нравится работать с взрослыми материалами? Я же делаю для взрослых людей. Дети тоже могут наши включения. А на заказ что-то вы делаете? Конечно. Обращаются люди, мы хотим субъективные украшения. Да, да, да. А часто вообще такие просьбы приходят горожане? Я просто участвую, потому что все хотят что-то интересное, что-то индивидуальное, то, чего нет. Что модно в Саратове? Что чаще всего просят? Чаще всего браслет из натуральных камней. А самый пик. Да, где выберете себя? Вообще можно где угодно взять, у нас и салаты продаются, и брать магазинах, но я уже закупаюсь у конкретных чеков, в садах, в Москве. Если кинем прям специальную партию. Да. Где вы хранитесь, если все это криминологии, где она находится? Дома. Все дома? Дома, да. Я надеюсь, следующий вопрос будет где заявить. Я прошу это за эфир. Если ты такое, чтобы знать, где изменить на сокровище. Но, Кристин, я знаю, что каждому человеку подходит свой камень определенный. Я пускаю каждому человеку, скорее, каждому знаку зодиака больше и темпераменту человека. И вы составляете свои украшения в соответствии с темпераментом? Ну, не совсем. Некоторым людям нравится непосредственно сам камень.
Ну, как правило, я стала замечать то, что люди к какому камню летят, чтобы камень не подходит. Да. Да. Кстати, про знаки зодиака и про гороскоп мы поговорим в следующей рубрике, точнее, поговорим не мы, а Мария Белак. На очереди у нас гороскоп, и вы узнаете, что вам сегодня приготовили звезды. Доброе утро, я астропсихолог Мария Белак, и я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на все ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. А теперь о том, что ждет нас сегодня. Ваши деловые или личные отношения могут обновиться именно сегодня. Телец. Вопросы здоровья будут требовать вашего внимания. Близнецы. Отличный день для романтической интрижки. Рак. Ваш пример станет заразительным для остальных. Лев. Непривычно много сил потребует общения с родственниками и друзьями. Демон. Раздавая советы направо и налево, вы можете навлечь на себя гнев недовольный. Весы. Делая выборы, принимая решения, помните о том, что вам лучше не спешить сегодня. Скорпион. Ваше стремление к уединению сегодня возрастет, и это можно использовать как короткую передышку. Стрелец. Ваша серьезность и ответственность будет замечена и оценена руководством. Козерог. Сосредоточьтесь на уже начатом и не начинайте новое. Водолей. Вы будете вести на подъем и способны сорваться с насиженного места. Если это входит в ваши планы, то действуйте. Рыбы. Будьте честны с оценкой своих сил и возможностей. Сегодняшний вопрос, на который я отвечу, будет от Ирины. Мария, мне нужен ваш совет. Мой муж постоянно меня критикует и пытается всячески подзывать. Любит это делать публично, и я не могу понять его. Я его не устраиваю или любовница завелась. Ирина, вы не указали данное рождение вашего мужа, поэтому смогу сказать только о вас. А тайный любовниц пока останется без ответа. В вашей карте рождения есть неаспектированные планеты, они указывают на неустойчивость вашей самооценки. Вас всегда будут раскачивать по этой теме в течение жизни, и поддержки вашего мужа только способствуют этому. Воспринимайте критику как возможность для улучшения. Ваша сильная сторона – это способность выслушать человека. Используйте это в общении с вашим мужем и постарайтесь не реагировать так близко. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите мне место, дату и время вашего рождения, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Итак, друзья, теперь вы знаете, как сложится ваш день. А мы напоминаем, что Кристина Паваева, хендмейд, мастер, рукодельница, девушка с золотыми руками у нас сегодня в гостях. И до того, как прерваться на паузу, на гороскоп, мы с Кристиной говорим о камне. Как это, какие камни подходят к этим людям? У меня есть вопрос. Кристина, скажите, с каким самым необычным камнем вам приходилось работать? Я бы не назвала самым необычным, я бы назвала скорее самым любимым камнем. Их даже три. Первый мой фаворит – это аметист. Нет, аметист – это этот фиолетовый камень с белыми вкраплениями, мне тоже такой интересный. Далее агат и шунгит. Напишите нам агат и шунгит, я не могу визуализировать. Нет. Агат бывает различных цветов, от черного до белого, с различными рисунками, с различными вкраплениями. Ну, очень разнообразный камень. Например, вот на мне агат. Шунгит. 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 Наверняка вы слышали отсюда все, что шунгит. Шунгит вы помните и прочее. Он выглядит как черный матовый камень. Это так называемый камень чистящих. Считается, что если его носить на себе, то он чистит энергетику у человека.
если на нем оставить воду, то она начинает обладать всякими бактерицидными свойствами и не знаю, чувствует непосредственно так. А вы себе проверяли, у тебя есть свойства? Что у тебя? Ну нет, я не настаиваю, конечно. Но периодически нашим украшением. Предлагаю устроить эксперимент. Попробовать зарядить воду с кингитом. Мне кажется, что... А вдруг не попробовать? Конечно. Потом вы можете продавать украшения, которые были вымочены в очищенной воде от кингита. А что? Вот, да. С этими тремя камнями вам больше всего нравится работать, потому что они какие-то редкие, у них красивая гранка. С чем это связано? Мне кажется, это все-таки связано с тем, что это мои камни. Они мне нравятся, они близки по духу. Да. Я и с другими камнями, конечно же, работаю, но это все-таки мои фаворитки. С чего начать? Как вы начали заниматься украшениями? Как понять, что это твое дело, что не хватает такого опыта, пойти научиться и так далее? С чего? Не знаю, мне кажется, это должно просто нравиться. Откуда изнутри, да. Так у меня началось все это. Я просто смотрела как-то в один темный вечер, смотрела в интернете всяческие украшения, начала, узнала о таком цели, как примерное время, начала заниматься и пошла поехала. Но ответы на другие вопросы мы узнаем сразу после рекламы. И переключайтесь. Доброе утро еще раз, родители и зрители. Я напоминаю, что в студии сегодня мы, Аня Федорова и Сергей Гришнов. Рада приветствовать всех тех, кто только что проснулся. Поздние пташки сейчас как раз таки просыпаются, собираются на работу. Но у нас в гостях Кристина, девушка, которая своим деканом делает украшения. Мы сегодня еще на тему эфира «Свободная часть» от ваших хобби. И вот у Кристины, помимо основной работы, да, вы юрист? Да. Да, помимо основной работы, есть еще и такое увлечение, которые дарят всем окружающим настоящую красоту. Красоту, а делает она эту красоту при помощи одного предмета, который Кристина к нам принесла. Что это? Да? Что это такое? Вот такой замечательный предмет называется круглая губка. Круглая губка? Да. А что вы им делаете? Я им скрепляю всякие различные штучки, фильмы, колечки и прочее. Кстати, вот у нас сегодня была позитивная новость про индусу, которая отрастила очень большие ногти. Кристина, вообще мне кажется, что заниматься металлом, крутить проволоку, там такое же, это не совсем женское дело. И вот этот инструмент тоже, мне кажется, не совсем уместен в дамской сумочке. У кого отняли? У папы, у молодого человека, вы поверите, сама купила. Вы чувствуете, что заниматься украшениями, приключением, там, не знаю, спайки, еще чем-то, это даже женское дело? Да, я же создаю красоту. Неважно, каким способом. Неважно, каким способом. Ну, а хотели бы вы когда-нибудь перейти в своем деле на тот уровень, когда вы будете просто источником вдохновения, говорить, что мы сейчас выпускаем такую коллекцию, вы ее отрисовываете, а огромное количество людей, которые работают с вами на вас, исполняют, в общем-то, ваши идеи. Конечно. Конечно, мне кажется, конечно, как-то не будет стремиться к такому уровню. Но вообще, на самом деле, мне кажется, мы живем в уникальное время. В то время, когда действительно обычное хобби, обычное увлечение может в конечном счете стать делать всей вашей жизни и приносить вам смертные богатства и настоящий доход. Хотела ремарочку сказать. Разве не смысл, что мы это то, чтобы делать самой, руками или прикладывать вот, свою силу, свою энергию, свое настроение вот, к украшению? Не боитесь, что когда ваша производство выйдет такие масштабы всей страны, надеюсь, того, когда не случится, вот и часть вас потеряется в этом. Нет, не боюсь абсолютно. Но самое главное продолжать вкладывать душу. То что, думаешь, мы уже правда сейчас бездушно пускают коллекцию? Просто на потоке, на конвейере, нет? Рисмон, со своими знаниями вырисмон. Спасибо. Да, рисмон. А, Кристина, в какой момент в Саратове начался настоящий бум хендмейдеров? Сейчас, мне кажется, мы переживаем как раз-таки то время, когда у каждого второго свое увлечение становится настоящим делом, да, и появляются небольшие интернет-магазинчики. А в различных торговых комплексах, как вы уже говорили, проходит огромное количество ярмарок и выставок. А в какой момент появилось огромное количество мастеров? Мне кажется, это случилось лет 5 назад, как раз когда я начинала.
это было самое-самое начало, ну и постепенно это такой бум переросло. А вы наверняка общаетесь с мастерами из других городов, из нашего, обмениваетесь опытом. Как вы можете сказать, уровень саратовских мастеров, например, украшений, он сильно отличается от московских? Или от Самары. Ну, с московским уровнем я бы не стала сравнивать, потому что там больше возможностей, больше материала просто, и даже элементарно там больше, чем мастеров по количеству населения. Но у нас достаточно хороший уровень, у нас нет мастеров, очень много прекрасных людей, которые делают очень прекрасные вещи. Вы вообще дружите между собой, принимаете сообщество, есть саратовы, либо вы с конкуренцией, я бы не сказала, что у нас конкуренция, и я бы не называла это мне сообщество. Просто как-то находим общий язык с определенными мастерами, начинаем общаться. Друзья, сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы вернемся к общению с Кристиной. Напомню, что тема сегодняшней программы в вашем хобби. И в качестве одного из хобби мы как раз таки рассматриваем очень пристально, буквально под микроскопом, изготовление браслетов и различных украшений своими собственными руками. С Кристиной продолжим общаться после клипа. Друзья, сейчас у нас танцы.
Итак, друзья, мы продолжаем. И настало время Кристину помучить немножечко вопросами. Я напомню, для тех, кто только что к нам подключился, сегодня утром шоу «Пилот». Мы на некоторые среди пришло. Обсуждаем тему хобби. Эту же тему мы заявили у нас в социальной сети ВКонтакте. И у нас есть Кристина. Кристина не раз выступала в качестве нашего хендмейд-мастера и дарителя в рамках рубрики «Своими руками». Ну а сейчас она у нас в гостях и готова поделиться с нами, в общем-то, своими ответами на каверзные 10 вопросов. Есть вопрос. Первоначальная рубрика «Блиц», это когда мы читаем 10 вопросов, есть примерно 1 минута для того, чтобы ответить на эти вопросы. То есть быстро, не задумываясь, четко и понятно отвечаем на все вопросы. Я думаю, что Сергей сейчас не пугал Кристину, ведь и так. Так и должно быть. Итак, время пошло, 10 вопросов. Лучшие украшения для девушки. Браслет. Что значит ремесленник? Хендмейдер. Какой вид хендмейда подходит для мужчин? Металл и дерево. Какой цвет сочетается с синим? Желтый. Что можно сделать из старых занавесок? Новые занавески. С каким материалом сложнее всего работать? Драгоценный металл. Хендмейдеры не рождаются или становятся? Становятся. Из чего нельзя сделать украшение? Нет такого материала. Может ли хобби перерасти в работу? Конечно. Что делать, если руки растут и не из того места? Выдернуть и в открытую оставить. Хороший ответ. Откуда как бы вытекает мой вопрос? Вот тому делу, которым вы сейчас занимаетесь, нужно учиться отдельно? Есть ли школы какие-то, есть ли мастера, которые помогают стать на путь хендмейдера настоящего? Мастера, конечно же, есть различные мастер-классы и прочее, но каждому свое. Кто-то идет на мастер-класс, его там учат, изучают какой-то материал и прочее. Кто-то просто-напросто смотрит всякие уроки в интернете, а кто-то просто начинает придумывать, да, пробовать. А вам что-то нужно? Я, наверное, все-таки сначала вдохновилась интернетом, потом начала методом проб и ошибок, после чего уже начала изучать все мастер-классы в интернете. Ну, Кристина, остается буквально там 40 секунд для того, чтобы вы могли пожелать что-нибудь нашим телезрителям, наставить их на путь истины, да, и пожелать, в общем-то, тем начинающим хендмейдерам что-то, благодаря чему они смогут вырасти профессионально, сразу и очень-очень сильно. Что я хочу пожелать? Собственно, не бойтесь, больше экспериментируйте и будьте посмелее. И ищите свой путь. Да, определенно. Глина, бусинки, бисер, вышивание, что бы то ни было, главное, когда пожелание хорошо не только для хендмейда, но и вообще для всей жизни. Не нужно бояться, если пройти вперед. Это точно. Дорогие, мы вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Кристина, благодарим за то, что этим ранним утром вы смогли прийти к нам в студию для того, чтобы провести вместе с нами это время. Надеемся, что увидим вас еще не раз в нашей студии и в рубрике «Своими руками». Пока, пока. И пообещайте, что вы будете дарить еще украшения на все телезрители. Конечно. Спасибо вам большое. Дорогие, вернемся к вам сразу после небольшой рекламной паузы. Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! Рады вас приветствовать на телеканале «Саратов 24». Это утреннее шоу «Автопилот». Меня зовут Сергей Гришнов. Меня зовут Аня Федорова. И пускай сегодня только вторник. Начало рабочей недели. Думайте о хорошем, думайте о позитивном. И выходные очень быстро придут к вашему. Можно не думать о выходных, а можно думать о выходных после работы. Плюс «Саратов 24» возьмете, например, пиццу, пляжу или вот... Это да. Друзья, сегодня мы решили затронуть очень важную тему, мы решили с вами поговорить, какое у вас есть хобби. Пишите нам об этом в социальной сети ВКонтакте, на наш СМС-портал и, кстати, про СМС-портал. В прошлом часе мы попросили вас присылать ответ на вопрос
Что является символом нашего города, какая рыба? Номер 906-302-24-24. И седьмой, который пришлет правильный ответ, и получит пригласительные билеты на 3D-выставку. Есть заготовочка, покажи ее. Итак, правильный ответ седьмой по счету прислал нам Федор. Его, в общем-то, и поздравляем. Последние цифры его телефона заканчиваются на 51-43. Друзья, играйте с Саратом 24 в нашей викторине. Обязательно выиграйте. Федор, мы вас поздравляем. Отправляйтесь на 3D-выставку вместе со своей семьей и радуйтесь, делайте классные снимки. Вы об этом не пожалеете. Точно не забудьте, запустите их куда-нибудь в социальные сети. Хэштегом Саратов 24. Да, но мы их нашли, можно ставить хэштег. Но мы сейчас запустим прямой эфир. Шутку от наших коллег по радио Дима. Ну, я не вижу. А, друзья, на очереди анекдот. Наташа Ростова и Паша Роженков будут травить шутки в прямом эфире. Это диджей радиостанции «Юмор» Ростов в Саратове. Смотрим, радуемся жизни и улыбаемся. Доброе утро! Вам желает ведущий радиостанции «Юмор» Ростов в Саратове Паша Роженков и я, Наташа Ростова. Осень – это красочная пора. Настроение это тоже касается. Добавить яркость красок в ваш день, утро и вечер может обоспечить удовольствие. Блондинка решила доказать всем, что она не дура, и перекрасилась в черный цвет. И пошла на пастбище. На пастбище встретила пастуха и говорит ему: «А давай, если я скажу, сколько овец в твоем стаде, ты мне дашь одну свою овцу». «Хорошо, давай». «А 354. Правильно. Блондинка довольная, взяла свою награду и уходит, а пастух ей кричит вдогонку: «Эй, а хочешь, я скажу тебе твой натуральный цвет, и тогда ты вернешь мне мою собаку?» Ну что, друзья, отличного вам дня, еще больше шуток и песен вы можете услышать в эфире «Веселого радио». Где? 106.5. Точно. Вот что ребята делают? Как не идут с блондинками, просто шутят и шутят. Ты как брюнетка должна сейчас радоваться, что шутки не попали. А я за любовь и дружбу. А, вот оно что, любовь, дружба, жвачка. Да, отлично. А, друзья, сейчас пару приветов с нашего СМС-портала. Михаил пишет, что он сегодня отправляется в отпуск и, в общем-то, рад тому, что встречает первый день своего отпуска вместе с утренним шоу «Петро». Говорит, что по привычке проснулся рано утром и вот теперь сижу, смотрю вас. А мог бы поспать еще пару часов? Ну, не надо спать. Не надо спать. Кто рано встает, как говорится. Кто быстро встает. Друзья, сейчас мы читаем немного стихи, но не мы сами, а участники проекта «Саратов читают стихи». Любую литературу, посвященную под проекту, вот самого нового года, мы записываем и ставим в эфир ваши любимые произведения, которые записывают как ваш телезритель, так и просто известные жители нашего города. Стихи у нас будут про перемены. Да, давайте посмотрим. Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог, семерых сбивая с ног. Неужели это Вова, продремавший весь урок? Неужели это Вова, пять минут назад ни слова у доски сказать не мог? Если он, то, несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он видит, какой бедовый. Он за пять минут успел переделать кучу дел. Он поставил три подножки, Васьки, Кольки и Сережки. Прокатился кувырком, на перила сел верхом, лихо шлепнулся с перил, под затыльник получил. Сходу дал кому-то сдачу и попросил писать задачи, словом сделал все, что мог. Ну а тут опять звонок. Вова в класс плетется снова бедный. Нет лица на нем, ничего вздыхает Вова. На уроке отдохнем. Ну что, мы послушали такие замечательные стихи. Кстати, если вы хотите прийти и записать свои стихи, а может быть стихи каких-нибудь классиков русской или зарубежной литературы, пишите нам на почту.
Будьте уверены, что мы проверим всю свою почту и пригласим обязательно вас к нам в проект. Да, для вас покажут по телеканалу «Саратов 24». Сейчас настало время подвести итоги темы сегодняшней программы. Итак, мы спрашивали у вас, какое у вас есть хобби? Возможно, вы страдаете рукоделием, буквально в смысле. Да, вы занимаетесь танцами, спортом, кулинарией, филателистикой. Ну или у вас есть свой вариант ответа. Итак, друзья, из предложенных вариантов по 21% голосов набрали рукоделие и спорт. По 7% небольшим филателистика и танцы. За свой вариант проголосовали 42% наших телезрителей. И были следующие варианты наших телезрителей. Сны, монеты, играем в ночные квесты, и мы читаем книги. Друзья, на СМС-портал мы также вас просили присылать сообщения, да и контакт просто, как вы относитесь, как вам еще тяжело, не тяжело заниматься вашим хобби в нашем городе. И здесь, знаете ли, больше позитивных отзывов. В основном все пишут, что заниматься в Саратове хобби стало в последнее время максимально комфортно, больше не нужно заказывать через интернет какие-то материалы, долго искать монеты на барахолках и так далее. Все это можно найти в обычных магазинах, которые есть в нашем городе. Ну, или, в общем-то, друзья, никаких недоступных средств, потому что заниматься хобби больше нет. А вот приветики кто-нибудь писал по столу? Приветики писали, да, мы многие из них уже прочитали на СМС-портале и в комментариях. Вот, например, Кирилл пишет: «Привет городу Балакову. Я с сегодняшнего дня в отпуске, то сюда же, как и Михаил, кстати. Мы вас поздравляем, Балакову, всем большой привет. Кстати, Саратов-24 вещает на всю область, поэтому, друзья, не оставайтесь за бортом нашего прямого эфира. Пишите нам сообщение». Ну что, сейчас пришло время узнать, что интересного будет показывать на нашем канале. Вперед, пожалуйста, расскажет, какие фильмы, передачи, сериалы смотреть. Не переключайте. Доброе утро, дорогие телезрители. Казалось бы, член вторник отличается от других дней недели. Я вам отмечу, во вторник на телеканале «Саратов-24» столько всего интересного, что нужно будет целый день смотреть телевизор, не отрываясь. А впрочем, что в этом плохого? Меня зовут Сергей Сазанов, и сейчас я расскажу вам, что ждет на нашем телеканале сегодня. Пушкин? Нет. Лермонтов? Нет. Есенин? Да. 12.00 на телеканалах вы увидите российский мультфильм художественный телефильм «Есенин». Это повествование о смерти великого поэта Сергея Есенина, по крайней мере, об одной из версий. Что привело к таким трагическим последствиям, что предшествовало, об этом расскажет сам поэт, а точнее Сергей Безруков в роли Сергея Есенина. Его сняли 11 серий, каждый из которых приближает вас к разгадке тайны, как и почему поэт свел счет с жизнью. Смотрите ответ на этот вопрос в 12.00 на телеканале «Саратов-24». Просьба «Подари мне воскресенье» во вторник звучит достаточно комично, но уж больно правдоподобно. Поэтому сегодня в 17.00 вы сможете посмотреть на бестселлерный фильм, который так и называется «Подари мне воскресенье». Молодой столичный врач Андрей оказывается в маленькой деревушке, где знакомится с художницей Лизой. Она, казалось бы, ждала его одного уже долгие годы, но эти чувства, к сожалению, были не совсем взаимны. Андрей поспорил со своим другом, что ему удастся влюбить в себя бедную Лизу. Кто останется победителем в такой сложной ситуации, смотрите на нашем телеканале в 17.00. Вечером самое прекрасное время для хороших фильмов. На нашем телеканале в 21.00 начинается художественная кинолента под названием «Ожерелье». Марина – красивая, талантливая профессорская дочь, которая не живет, а скорее существует. После смерти отца она все силы кинула на то, чтобы помочь своему женатому возлюбленному продвинуться по службе. В ответ она, как это часто бывает, ничего не получила. Вся ее жизнь состоит из пустых обещаний, которыми Марину кормит любовник. Сможет ли девушка обуздать свою жизнь? Смотрите на нашем телеканале в 21.00. После просмотра фильма «Ожерелье» на часах будет ближе к полуночи. А это значит, что пора спать, чтобы завтра быть бодрым и полным сил. Поэтому приятного дня и интересного вам вечера. Встретимся завтра на этом же месте в это же время. Только не теряйте, пожалуйста, пульт от телевизора.
даем вам установку на весь сегодняшний день. Будьте счастливы, будьте позитивны, творите что-то своими собственными руками и оставайтесь с телеканалом «Саратов-24». Мы ваш верный спутник на пространстве Сели Непира, а не Федорова и Садник. И Сергей Гришнов, мой маленький приспешник. Друзья, оставайтесь на телеканале «Саратов-24». Увидимся завтра утром в 7 часов. Будем решать купить. Пока-пока. Хорошего дня. Пока.